Добрый день! Сейчас мы сделаем пакет трейсер 10.2.6. Использование LLDP для исследования сети. Так же, как в прошлом CDP, только теперь LLDP. Итак, давайте начнем. Первым делом, как и в прошлый раз, подключаемся по SSH с ПК к Edge роутеру. Desktop, командная строка, и вставляю команду. Invalid command, потому что минус не скопировался. Нужно поставить минус L, флаг логина. Указываем после флага логина логин и потом IP-адрес, куда мы подключаемся по SSH. Хорошо, теперь мы копируем пароль для этой сети. Готово. И мы сразу в привилегированном режиме и дальше. Дальше мы отключаем CDP. Пишем no CDP run. Конфигурация это делаем. No CDP run. Хорошо, мы отключили CDP, и теперь нужно включить LLDP. LLDP run. И теперь на интерфейсе G00 мы включаем только, точнее, отключаем transmit, CDP transmit. И выходим. Ладно. And видим так. Хорошо, теперь мы можем посмотреть LLDP соседей с помощью Show LLDP Neighbors, так же как CDP. И мы видим, что у нас есть один сосед, это S1. Так, вот он, S1. Мы видим только одного соседа, потому что мы на одном из интерфейсов для другого соседа отключили Transmit. Да, отправление LLDP пакетов отключили, или стоп. Мы отключили. Ладно, это не должно влиять. Хорошо, мы подключаемся дальше к следующему устройству. По SSH, опять-таки с командой admin, теперь к S1, получается, мы подключаемся. Опять-таки минус не скопировался, нужно минус L поставить. И теперь пароль для той же сети admin вставляем. Хорошо, мы подключились к S1. Enable. Угу. Мы не можем в привилегированный режим зайти, но мы все равно можем посмотреть Show LLDP Neighbors. Вводим, и мы видим здесь Edge Router. Отлично. Так, теперь обратно возвращаемся на Edge. Для этого... Вот, вернулись на Edge, вышли из SSH. Так, интерфейсы нас просят посмотреть. И давайте подключаться к следующим устройствам в неизвестной нам сети Branch Office. Скопировала. Минус L. Сейчас оно скопировалось с прошлой командой. Вот так вот. Подключаемся. Копируем пароль. Отлично. Хорошо, мы подключились к роутеру какому-то в этой сети. Теперь мы можем с помощью show... Так, где оно? Мы подключились сюда. Show LLDP. Увидим, что LLDP у нас выключен. И давайте его включим. Сейчас мы его включим, а потом вы с помощью LLDP запросов просмотрите всю сеть и задокументируйте ее. Интерфейс G00. No LLDP Transmit, No LLDP Receive. Чтобы отключить и получение, и отправку LLDP пакетов в этом интерфейсе. Отлично. Выходим из конфигурации. Так, еще раз делаем show. Точнее, еще раз мы его не делали. Так, show LLDP neighbors. Что мы тут видим? У нас подключено одно устройство. То есть мы отключили интерфейс, который идет вот сюда, к этому роутеру, поэтому его мы не видим. Зато мы видим все остальные устройства в этой сети. То есть firewall. Ну и дальше вы уже знаете, что делать. Подключаемся к firewall по IP-адресу firewall. IP-адреса, если что, вот тут вот даны. Вот они. Подключаемся к фаерволу по IP-адресам и исследуем сеть. Заполняем эту таблицу.
Это все то же самое, как в CDP, только теперь используя LLDP. Ну и команды по сути те же. А на этом все. Пока.